Фракция «Народный фронт» провозглашает о своей готовности создать коалицию в Верховной Раде вместе с фракцией блока Петра Порошенко. На сегодня наша фракция готова подписать коалиционное соглашение и поддержать выдвижение на пост премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана. Мы надеемся, что сегодня наши будущие партнеры по коалиции пройдут все непростые обсуждения кандидатур заместителей премьер-министра и министров. И сегодня во второй половине дня мы сможем проголосовать за выдвижение нового премьер-министра, подписать новое коалиционное соглашение и проголосовать за отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Таким образом, в истории Украины парламентской демократии откроется новая страница, создание новой фракции из двух партий. С точки зрения истории демократии и парламентаризма в Европе, фракции, коалиция из двух партий более устойчива, чем коалиция из пяти партий. Мы надеемся, что создание новой коалиции стабилизирует ситуацию в Украине и позволит проводить резкие экономические реформы, направленные на скорейший экономический рост в нашей стране. Спасибо.